сегодня мы с детишками идем в кино в Ролби на мультфильмы. Сейчас посмотрим, сколько их. Интересно. Я немножко задержался, но я в надежде, что у нас дети есть. Что-то мало народу слишком. Вот так вот наши лосики выбирают себе места на сеанс. Лагерь у нас разделился. Кто-то у нас хочет на богатырей, кто-то хочет на Гринча. А еще, больше ни на что не ходите, только Гринч и богатыри. Вот, на три богатыря. Матвей, ты куда идешь? На Гринч. Я иду на три богатыря. На три богатыря, да, это который в 11 часов у нас? Гринч, Гринч. Степа, ты на кого идешь? А мы идем на боулинг, да? Так вот мы с детишками, с каратистами пошли к кино. Сейчас у нас дилемма, кто куда идет. Но что хорошо. Мало народу, полностью и люди подтягиваются у нас. Кто-то на телефоне. К сожалению, пока еще закрыт у нас боулинг. У нас было голосование. Кто-то на трех богатырей, кто-то на Гринче. Вы на какой фильм идете? Гринч. На Гринче. Все, на все, да, на все на фильмы, все, какие да. есть. На богатыря. На богатырей? Да. Ну, все, я на богатырей. Давайте тогда так. Билеты нужно уже брать, наверное, да? Потому что сейчас чуть попозже народ пойдет. Ты меня запрыгай. Сейчас у меня уже камера прыгать начала. Набрали жетонов. Сейчас будем играть в разные игры, ждать свой фильм. Нам главное успеть его посетить, не пропустить. Кто сегодня не пришел, тот пожалеет об этом потом. А мы будем веселиться. Так вот настоящие каратисты лупсают всяких покемонов, мышей гоняют. А можно было бы рукой? Рукой? Первое место! Первый? Ну, все, молодец! А дальше играть-то будешь? У меня еще два. Что, тебя сломали, что ли? Ехали! Давай, давай, давай! Не сдавайся! Ого! Нечаянно забил папки! Молодец! Ой, стой, 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 стой! Тёпа, стой! Не хитри! Ох, ты ж забил, а! Тёпка забил мне! А? Да, пожалуйста, Виктор, только забрать не забудь! Есть! 3-0! Давай, 3-1! Стой, стой, Стёпа, подожди! Хорошо, не забыть бы. Как ты так подаешь, что он от меня не отлетает даже? Степа, ты что, сам с собой играешь? А! 2-3! Вот, дядя Мразликуха. Каратисты на обуви. Че, забил тебе, Степик? Тут надо глаз за глаз. Степа хороший игрок. Че, не хочет играться? Ааа, хитрый тебя папа обманул. Что спишь? Ты что, первый, нет? Второй? Настя, мотоцикл не урони! Что, кто побеждает? Я! Мы побеждаем! Я от пятого не играл! Это было такое сило, я тут пошел! Я не буду играть! Во, Степа не будет! Чё ты не будешь-то? Ha ha ha!
заходи. Все, киндеры ломанулись в кино. Родители тоже, смотрю, бой. Вы с нами? Да. Или против нас? С вами. Билеты куда? Сюда. Все, киндер ушел? Ой. Давайте быстрее, мы вас ждем. Быстрее, киндера, быстрее места занимай. Степик, быстрее. Так, Артемка побежал. Кто еще? Степа, вы что, за попкорном, что ли? Сейчас опять нахряпаетесь, морды будут толстые, а? Потом тренироваться придется без остановки много-много-много раз. Ну, Степа, давай, прыгай, прыгай, быстрее, упрыгивайся. О, вы что, ведро взяли, что ли? Меньше-то не было? Вас это даже не влезет физически. Что, пойдем? Все, пошли. Ну помоги ему, возьми бутылку хотя бы, возьми. Или возьми вот эту. Что-нибудь, во. Так, ты с нами, Максим, сейчас идешь, или ты на зеленых идешь? Давай быстрее. Сейчас, Итак, мы входим в кинотеатр. Я даже не помню, какое у меня место-то. Какое же у меня место-то? У меня восьмой ряд. Так, у меня шестой ряд, шестое место. А у меня восьмой ряд. Во, наши киндерята уже здесь. Где шестой ряд? Так, а у меня шестое место. Я что, посередине, что ли? О, повезло. А, все, никого не видно. Все, сумрак пришел. О, есть люди. После мультфильма почти Шамиль с Макаром мимо. После похода в кино на мультфильмы мы ходили в кафе, пили молочные коктейли, у нас еще Кирилл допивает молочный коктейль. И там мы пошли в боулинг играть. Забрали две дорожки. Степа, рюкзак сними, противовес у тебя!